Всем привет, друзья! С вами как всегда Робз, и добро пожаловать в Бравл Старс ТикТоке! И сегодня будет офигенная серия, поэтому готовьте чаек, готовьте свои лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ну а мы погнали смотреть! И кстати, дружище, открою тебе один маленький секрет. Если ты прямо сейчас зайдешь в магазин Бравл Старс и введешь код автора Робзи, то будешь самым крутым подписчиком в мире. Проверяй. Вижу Броубол, вижу Спраута, вижу Кирку Карла, но что же будет дальше? Итак, Карл крутится, Барли бросает замедление, Спраут бросает ульти, что? Почему гол не засчитался? Барли в своих воротах прямо с мячом. Мяч даже находится за полосой. Камон, это просто... Это так повезло. Это просто жесть. Не, ну Спраут молодец, как бы засейвил. Так, Нани из-под тяжка вынесла. Что дальше? Дальше, дальше что? Нани запустила ульт вниз, или он не может пробить, да? Там же 80% защиты. Я буду в шоке, если сейчас... Я буду в шоке, если Нани выиграет. Камон, 18 хп. Так, давай, давай, ультанул. Не поймал. Хотел выпендриться, не поймал. Что происходит? Это просто жесть. Это просто, посмотрите на этого Мортиса. Не чтобы просто выбить мяч подальше. Он бьет свой ворот. А, не забил. Он не забил. Получается, прям на полосе застыл мяч, потому что закончилось время. Вот это рисковый пацан, вот это, конечно, рисканул. Так, 13-я баночная, Пайпер. Что? А, смотри, Нани запускает ульт, и Пайпер прыгает. Нани нажал телепорт. Нани нажала телепорт на своего Пипа. Это было прикольно. Так. О-о-о, либо это дружеская игра, либо это просто ненавистный мной тиминг. Вы посмотрите, одни пэмки. Бедная Нани, ее зажали. Я думал, она сейчас выиграет, но нет, она не выиграла. Что делаем? Так, Спраут. Что? Опять так, точно так же, как и тогда Спраут, когда Барри держал мяч. Что будет дальше? Боже мой, зачем ты выбил мяч? Он Нани взял, ударил мяч и просто набил сам себе. Это просто жесть. Так, так, так. 200 хп, 200 хп. Просто загасили только что Биби. Бедная Биби еле ушла. Так, возвращается, отхилилась. Втроем. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас будет минус 3. Вот это было мстя, вот это. Ну все, это гол как бы, да? Нет? Нет? Да ладно, я... Вот это, конечно, жесткий фейл. Да, ребята, здесь будут разные смешные моменты, разные фейлы, поэтому не забудьте поставить лайки, если вы все еще не поставили, ребят. Это просто жесть, так лохануться, это просто... А, подожди, это та же Биби? Не-не, это другой ник. Так, давай, Биби мансит. Ну, у Биби хорошая скорость бега, тем более вижу пассивка. Она скорость бега уворачивается практически от всего. Так, начинает регениться. Хорошо, хорошо, хорошо. Там и Динамайк бросает. И Карл бросает кирки. И смотрите, Брок пытается. Красиво, но замансовала. Биби, конечно, молодец. Так, снова Биби против Мортиса. Ну, скорее всего, Мортис сейчас убьет, да? Да-да-да, Мортис убьет, но... Как обычно, рандомный шарик Биби. Смотрим. Глич. Нифига себе, это баг. Так, что делает? Бросает ульт. Бросает ульт и... Что? А, погибает. А, все забыли про него. Камон, все просто про него забыли, потому что у него вторая жизнь. Это такая ошибка. Честно, ребят, скажу. Вот я иногда в ШД тоже забываю. Вижу 8-бита, там очень мало хп. Я, допустим, играю за какого-то там Нани. Подхожу, быстренько добиваю, он воскрешается, меня убивает. Я забываю, что у них есть вторая жизнь. Так. Красиво. Пофармила ящик. Хотел пофармить ящик, но там оказался джампер Гейла. Он выбросил, еще оттолкнул. Так. Ребята решили попрыгать. Ребята, раз, два, три человека. А, уже 4 человека. Слушайте, ну это надо максимально быть дружными, чтобы так прыгать. Блин, кого-то чуть не убили. Еще один присоединился. Кто-то сдох там? А, это был клон. Камон, это был просто клон. И долго они так будут? Я бы, знаете, что сделал? На месте Гейла всех, короче, ультанул. Потом ударил, еще раз ультанул и, короче, выбросил всех в туман. Еще один присоединился. Сколько вы будете делать это? Может быть, хватит? Алло! Это будет вечно. Так, смотрим. Ага, он все видит. Хорошо, хорошо. Так, 2600 хп. Сколько там банок? 6 банок Кубо. Вот это замес, ребята. Замес не на жизнь, на смерть. Так, по 11 банок у Спраута, 11 банок у Шелли. Эта Шелли пошла... ну, блин, ну вот такие катки реально очень сложно выиграть. Хотя, вот сейчас Бо очень хорошо отстрелил. Так, подберет еще одну банку.
Спраут еще попадает. Это были мины, ребята. Это были мины, понимаете? Он бросил. И поди, у него был гаджет. Скорее всего, он прожал гаджет и автоматически их все взорвал сразу. Да, конечно, это крутой гаджет. По сравнению с Демономайком, последний гаджет, это просто жесть. Так, смотрим. Шелли. Две банки против 8-баночного Бул. Заманивает, заманивает. Бул повел. Бул повелся, дурачок. Его еще и залагал, он не сразу пошел. Ну, это был просто развод чистой воды. Ну, другого шанса у Шелли не было выиграть. Так, смотрим. Что будет? Что происходит с Леоном? Леона все загнали. Ворон, Барли. Сейчас ПМ-ка, снизу еще одна ПМ-ка. Он просто в середине бегает 1400 хп, еще и Кольт там. Камон, еще и метеорит. Вот это максимум. Знаете, вот когда бывает черная полоса невезения. О, вот зафармил Кольта. Вот только не говорите, что он сейчас всех выиграет. Но на самом деле такое бывает. Такое бывает, тебя гнобят. Даже бывает в тиминге гнобят, ты начинаешь всех убивать. Так, второго убил. Второго теперь приходит Бо. Приходит Бо. Все хотят убить этого Леона. Да что ж он там медом помазан или что? Ну, Леона уже 5 баночек. У него уже 6 баночек на минутку. Включает инвиз. Ну, это легкая пэмка. Это легкая пэмка будет для Леончика. Так, подходит в упор, делает 3 удара, выносит. И остается последний. Остается Барлейчик. Ну, я думаю, что Барлейчика можно было вынести. Так, а у него еще пассивки нет на хил. Ему бы пассивочку на хил, было бы круто. Ну, да, здесь, как говорится, это, блин, судьба. Судьба, просто выиграл. Смотрим. Так, две Шелли. Две Шелли очень жестко зажали 8-бита. Смотрите. Они друг друга не стреляют. Это идет снизу. Смотри. Бросает так. Бросил ульт 8-бит. Так, 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 так. Немножко обманул. Дальше, 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 дальше. Что? Это зажимает сюда. Ха-ха-ха! Красиво! Красиво ушел от них, но он все еще зажат. Так, неплохо. Одну Шелли по. Так, красиво. Слушай, не, красавчик, красавчик. Так, эту прогнал. Практически убил. 116 хп. Камон. Еще одна Шелли идет. Она что, она реально пошла в сторону. Это была такая ошибка. Это была такая ошибка. И теперь эта Шелли теперь находится в тупике. Вы понимаете, она выйти не сможет, потому что здесь усиление. У 8-бита уже 3 банки, он убьет ее с 2 ударов. Вот это, конечно, жесть. Как говорится, хотели зажать, хотели затимиться, но немножко пошло не по плану. Итак, Спраут. О-о-о-о-о, опять сейв. Смотрите, какой жесткий сейв от Спраута. Пипец. Или кто это? Подожди, какой из Спраута? Неважно, какой из Спраута кинул, но, в общем, кто-то засейвил очень хорошо ворота. Так, смотрим. Этот бегает с мячом. Пока бегает с мячом, ждет, пока Фрэнк ультанет и... Фрэнк ультует, Пока бегает и забивает. Ну, это, блин, банально, просто развел Фрэнка на ульт. Так, смотрим. Смотрим, так, Гейл пошел. Нажимает джампер. Хорош! Вы видели, что он сделал? Он поставил джампер. Джеки прыгает на джампер. Он бьет вперед, пасует. Это просто офигенно. Так, ребята, еще один красивый момент. Еще очень красивый момент, где Динамайк, скорее всего, разберется с Мортисом. Я не умею использовать вот этот динопрыжок, ребят. Напишите, кто из вас офигенно использует динопрыжок и вот так вот может уворачиваться. Я бы просто проиграл бы сразу. Так. Смотрим. Эль Прима. Эль Прима нападает на кого? А, Эль Прима хотел убить Мортиса. Этот Мортис убивает Эль Прима. Уходит. А вот этот Мортис, который бедный, несчастный. Ну, он закрысил его. Ну, он зак... Ну, ну, просто... Ну, я не знаю. Обычный момент. Смотрим. Смотрим. Так, Шелли. Шелли. Против Брока. Против Боя, так вижу. Да-да-да. И против Мортиса. Ультует. Отходит. Вы это видели? Вы это видели? Это самый первый бравлер. Это без никакой редкости. И Шелли творит вот такое. Идет просто три бравлера. Три бравлера стоит, смотрите. Вот, вот три бравлера. Один ульт. Все. Я не... Шелли очень имбовый персонаж. Максимально имбовый персонаж. Это Шелли просто жесть. Так, нападает. Эль Прима убивает одного. Второго убивает. И сейчас... А, нет, третьего. Он третьего просто взял и выбросил через себя. Говорит, иди отсюда. Так. Снова Шелли. Шелли, так. Ну посмотрите, что она творит. Она просто всех отталкивает своим ультом. Так, прыгает, прыгает воробушек. Что, 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 что? Меняет местами. Ну забейте, забейте. А, закатился все-таки. Так, дальше. Пушечка Джейки. Так, Джесси, Джесси, Джесси. Так, идет, идет. Что происходит? Вот да выпендривался, понимаете? Вот это был выпендреж, ребят. Это был офигенный, офигенный видосик. Хорошая нарезка. Если вам понравилось, обязательно влепите лайк. Если вы не подписаны, обязательно подписывайтесь, жмите на колокольчик. Ну а с вами был, как всегда, Робзи. Увидимся в следующей серии. Всем удачи и покедов.